have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Гримроке, до сих пор не можем отсюда выбраться. Помните, в прошлой серии мы когда спали, я совершеннейше случайно пропустил одну важную строчку, как раз тот сон был, когда нам сказали, что поддерживаются все механизмы, кроме одного. Я случайно пропустил строчку, в общем, мне пришлось найти описание всех снов. Очень старался, чтобы ничего не заспойлерить, очень старался, чтобы ничего лишнего не увидеть. И я нашел именно вот этот сон, вот эта строчка, которую я пропустил. В ней говорится, что нужно будет его починить. То есть у нас все механизмы поддерживаются в рабочем состоянии, кроме одного. Вот этот вот один нам нужно будет починить для того, чтобы выбраться отсюда. Так что, я думаю, нас тут ждут приключения. Также, я немножечко посмотрел на мага. Ну, то есть, у нас есть свиток огненного шара. И почему-то я забыл об этом в предыдущей паре серий. У нас есть защита от огня. Я переставил ему все свитки. Вот они теперь у него. Отдал молоток обратно Минотавру нашему. А в этом мешке что? Ты у нас факелы таскаешь, свитки, зелья. И магию. Все, хорошо. Надо запомнить. И корону зачем-то. Так вот, у нас же есть защита от огня, и, наверное, при огненных элементалиях нужно вспоминать про эту штуку. Также у нас есть куча свитков на лед, на электричество, на свиток невидимости, но они все требуют знания 13-19 уровня других школ магии. Воздуха, льда, соответственно, земли. Вот, и у нас этого всего нету, я не знаю, будет ли, потому что, как вы понимаете, на все уровни ты не напасешься, как таковых. Вот, я посмотрю еще, что качать. Еще такая же штука есть, как вот с мечниками, например, когда качаешь меч, то мастерство владения мечом становится лучше, то есть ты больше попадаешь и больше урона. Так же самое и здесь с огнем. Чем больше качаешь магию огня, тем сильнее становится магия огня у твоего персонажа. На этом моменте мне просто остается надеяться, что у нас не будет босса огненного, иначе у меня маг будет полностью бесполезен. Решила вернуться сюда. Вот эти рычаги, они больше, скорее всего, мне кажется, не на проход, а больше какая-то загадка. Или это разные 5 проходов, я еще не дергал. Давайте посмотрим. Слышали? О! А почему? Я думал, нужно по щелкающим. Вот этот не щелкнул, например. И вот этот тоже не щелкнул. А почему так? Ладно. Это Крис. Кинжал ассасина. Владение кинжалов 10. Атака 15. Точность плюс 10. Скорость 17. Высасывает жизни. Успешный удар высасывает жизни цели. Исцеляет носителя. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ты у нас 12 и скорость 20. Ну, по сути, для тебя нужно 10 кинжалы, да? У тебя кинжалы 2. То есть от нас хотят 2 полных уровня, чтобы мы потратили на кинжалы. Мы получим 1 ловкость и 5 энергии. Фишка в том, что кинжалы это только на тот случай, если мы будем ставить воровку в передний ряд и драться ею. Чего мы никогда не делаем. Она у нас, в принципе, метательный персонаж.
Слышите, вот этот щелкает, а вот этот не щелкает. Вот я не знаю, как здесь можно было. И этот не щелкает, щелкает только вот эти. То есть такой щелчок был, если вы помните, у нас на прошлом этаже, когда мы ходили на прогулке, там были щелчки, когда мы ходили, и вот по ним я определил. А здесь, блин, ребят, честно, полнейший рандом то, что это сейчас случилось. Вещь, конечно, хорошая, но не под мой класс персонажа. Печаль. Ладно. Ну, в смысле, печаль. F5. Так. Кнопки ищем. Кнопки. Там у нас была фишечка, которую мы взяли, да? Ладно, F5. О, кнопка! А тут? А там нету. Где она там? А отсюда ее не видно. Ну хорошо, сейчас попробуем нажать. Интересно, что она делает. Ёлки! Я пошел отсюда. Блин. Не-не-не. О, стоп. Защита огня. Свиток защиты огня. В смысле не умеет? Магия огня 16. У меня нету защиты огня. Прикиньте. Мне не хватает уровня на защиту огня. Это я не предусмотрел. Если я еще вот так промахиваться сейчас буду, это будет вообще замечательно. Он меня убьет. Черт. А ёпер СТ! Меня реально убить может. Блин, там еще второй такой, по-моему, или он один был. По-моему, мне показалось, что два. Может быть, я просто от страха увидел двоих. Слышите? Вот там второй. Так, ну что, мечи, получается. Куда нам еще качаться? В атлетику, конечно, можно. И выносливость, вы обходитесь без пищи. Ой, блин, вот это, кстати, надо. В мечах нужно 13. Смотрите, давайте сюда один на выносливость. Будем обходиться без пищи дольше. Точно. Вот так. И сюда теперь можно 3. Вот. На мой взгляд, довольно разумное решение. Я бы отдохнул на самом деле. Блин, а кристалл далеко, недалеко. Ладно. Так, как минимум еще один огненный элементаль у нас там есть. Во.
фоном. Вон, 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 видите? Надо его выманивать. На в узком коридоре я ему ничего не сделаю. Ты издеваешься. Ну иди сюда. Не, ну так, конечно, не дело. Давайте вот так. Все, иди сюда. Схавай. Схавай. Подавись. Нет, в сторону! Блин. По 22. А, неплохо. Тридцатничек. О! Офигеть, я его практически сюрикенами, получается, убил. Хорошо. Хорошо. Нет, ну знаете, убивать нужно всех, потому что экспа есть экспа. Тут ничего не скажешь. Там еще, слышите, кто-то за стеной? Так, ладно. Есть. Прошли. F5. Его нафиг. О. Кнопочки. Кнопочки. Кнопочек нету. Вот боком лучше не ходить. А, это вот это место. Ага. Ага. И... Что здесь делает паук? Я же здесь был. Я вижу, что у меня девушка голодная. А, что здесь делает паук? Паук здесь спаунится. Вот что он здесь делает. Ну... Блин, спасибо. Паук здесь спавнится и паук здесь травит. Но нам, нам там делать нечего, поэтому мы туда не пойдем. То есть это то место, где мы уже были. Мы в том портале появлялись, если вы помните. Поэтому нам сейчас туда не нужно. Отлично. Так. Вот это тебе. Не так много, но ладно. F5. Что за лабиринт опять? Здрасте. Ёпарас, это как я испугался-то сейчас. Стоп, F9, не-не-не, я на секундочку подумал о том, что, раз просто пока мы недалеко, я на секундочку подумал, я туда вообще, я вообще никуда, кто-то не туда пошел. А, все,
Ага. Хитрая элементалина. Блин, они так быстро сливаются. Что-то у меня раньше от них, по-моему, больше горело, нет? Или мне кажется... Ой, блин, да иди отсюда. Я просто что думаю, что, возможно, не стоит... кидать туда сюрикены по той простой причине, что это же канализация. Возможно, они туда улетят и не вернутся. Я тебя еще отравлю. А-ха-ха-ха, сдох, тварь. Я сейчас подожду, пока яд пройдет. Цеп. О, ну это, наверное, ударный. Ой, блин, ты тоже голодный. Что вы все голодные? Стоп, 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 стоп. Это ты у нас голод плюс 20, остановили здоровье плюс 20. Ага. Это, да, я понял. Так, на тебе покушать, дорогой. И у тебя перегрузка, я понимаю. Так, точность минус 5. У нас вот эта штука дает точности минус 20. Это просто дофигища. Скорость 8. Вот скорость 10. Блин, тут 36. А тут 25. Молоточек 18. Кстати, молоточек тогда точно остается. Все, до свидания. Потому что, ну, этот цеп явно лучше. Смотрите, он 18, это 25. Тут дебаф в точности, но я думаю, что у меня точность будет все равно в плюсе. Потому что если она в минус 20, у меня всего лишь в минус 11, то здесь точность будет... О-хо-хо. А у меня нет какого-нибудь скилла бить двумя руками? Увеличить емкость рюкзака. Вот, мне нужно вот сюда еще два, кстати, на следующий уровень вкачать. Булавы. Сокрушительный удар, выносливость, здоровье, опустошительный удар, частично игнорирующий вражескую броню. Ой, блин, это прикольно. Так и булавы игнорируют броню противника. Ой, ну это на 50. На 50 мне нереально докачать его, так что все хорошо. Так. Здоровье плюс 15. Что мне делать с этим цепом-то? Булавы 6. Булавы 9. Ну, блин, у него на 11, у молота на 11 больше урона. Видите, у него точность сразу стала 4. В плюс ушло. Скорость 10. Чуточку повыше. Давайте я с ним попробую чуть-чуть походить. Посмотрим, что оно будет. Я не знаю пока что. Так, вот эта штука зачем-то мне здесь нужна была. Ладно. Это, по сути, колечко здесь у нас. Закольцовано все, да? Ничего не открывается? Положу факел. Я что-то лучше предпочитаю вытаскивать факелы после того, как игра с нами поступает. Там вполне могут быть и секреты, и все что угодно. Я не вижу каких-то кнопочек. Пойдемте сюда сходим. Слышите вот эту фигню, да? Ой, блин, опять. Открыл, тыч, тыч, тыч. У их там много, блин. Но смотрите, мы довольно быстро. Взял, промазал, промазал, нормально. Отдыхаем.
Ну, то есть, вообще без вариантов. В открытом противостоянии. Мне срочно нужен уровень на мага. Черт! Срочно нужен... А прикиньте, я прокачаю уровень на мага, сделаю себе огненную защиту, а дальше огненных элементалей не будет. Ай, да. Это будет интересно. Это будет просто суперский. Ну, не знаю. Он этим цепом, кстати, неплохо дерется. На тебе, похавай. С едой начинаются проблемы. С едой начинаются проблемы. Сиди там. Отравился. Нет! Это была ошибка. Что? Тут ничего нету? А это как? Так, три морды. Там, насколько, когда я падал, я уловил, что есть еще ловитель. Возможно, там три ловителя. Что мы с вами сделаем? С вами сделаем вот так. Вот так. И спать. Опасно сейчас одевать, по-моему, вот этот браслет, который плюс 20 голода, потому что у меня еды мало. Просто тупо мало. И она практически не выпадает. Очень жаль. Поэтому, наверное, нет. Так, а вот это что? В этих коридорах были люди до меня. Возможно, здесь есть люди, которые присматривают за подземельем. Да, это то же самое, что нам сказал Сон. Есть люди, которые присматривают за подземельем. И они содержат механизмы в рабочем состоянии. Ладно, F5. А это выход. Череп. Зачем? Это очень паршивый знак. Такой смотришь, и там череп. У меня их уже два. Зачем мне коллекция черепов? Зачем здесь вот эти механизмы? Все равно не понял, ну ладно. Попробуем поотражать. Оно начало другим потом стрелять. Блин, я не успел. По-моему, в этом заключается игра. Давайте попробуем. Все потому, что я нажал лишнюю кнопочку. Я запутался. Черт, это сложно. Это сложно. Нет, я знаю, что мне надо сделать. Уйди. Вот это то, что мне мешает. Вот то, что мне мешает. Мне нельзя уходить за сцену, так скажем.
Да ну... Ва-ха-ха! Это сложно. Потому что я в стенку ударился. Блин. Ладно, ребят, погодите. Я это прошел. Оказывается, я на самом деле вырезал всего пол попытки, потому что, оказывается, моя прошлая попытка была почти удачная. Я последнюю не успел отразить. Окей. Это было пройдено. Сапожки. Хитин, что ли? Хитиновые, да. Что у нас тут? 6, 9. А у тебя какие? У тебя доблести, тяжелая броня. Итак. Хитиновые ботиночки. Уклонение. Это, кстати, легкая броня, почему бы и нет. Уклонение 9. Тут защита 6. У тебя... Кожные ботинки, защита 4. Кожные ботинки, защита 4. Это я сейчас заберу. Тут у тебя есть защита 2 и сопротивление холоду плюс 5. Наверное, я думаю, что вот эти вот останутся у нас здесь. А, блин, у него, кстати, полностью хитиновый сет. Защита, защита и ботинки легкие. Вот эти кольчужные, они тяжелая броня. У меня, кстати, шлема не хватает, получается, хитинового, да, и перчаток. Если вдруг они есть, и тот, и другой, если нет. Ну, хорошо, защита 9. Защита 6. А эти ботинки защита 4. Фишка в том, что у меня на ней только легкая броня. Поэтому, по идее, хитин подошел бы сюда лучше, потому что у меня был бы сет. Вес 3, 8. Вес 3. А вы сколько весите? Вес 2,6. Чисто стратегически мне бы проще хитин надеть на нашу мадам, потому что она легкую броню может носить. Защита 9. У меня получается у танка на 3 меньше защиты, но чисто за счет того, что он тяжелую броню может носить. О, даже не знаю. Нет, давайте обратно. Давайте обратно. Сделаем вот так. Хитин поставим сюда. Сюда и выложим тяжелые ботинки, вот эти кольчужные. Она у нас, получается, чуть-чуть проигрывает в защите, буквально пару единиц, но мне кажется, для танка будет поважнее. Так, сейчас я еду дам сюда. На, поешь, и все пройдет. Ага, ладно, ладно. Это была не загадка, это было именно вот реакция, черт побери. Там у нас спуск уже, кстати, на другой этаж. На вот этот вот, из которого мы уже достаточно походили по тупичкам. Хм. Это интересно. Ладно. Металлическую дверь мы открыли. То есть то, что я считаю важным, открыть на уровне металлическую дверь, мы это сделали. Все, давайте F5. И да, даже не F5, наверное, давайте сейчас. Сохранился на отдельный слот. Все, поехали. Ждет нас следующий этаж. Угу. А, кстати, я же подобрал свиток зачарования стрелы огнем. Вот! Магия... Там что-то лапками шарудит. Получается, лук я могу отдать магу? Зачарование огнем. Свиток защиты от электричества. Магия воздуха 22. Дофига просто. Воздуха 22.
Ну, мы же с вами в вагоньке покачаемся, да? Наверное. F5. Факел я здесь сниму, наверное, да? Слышите эти звуки? Хранилище Дисмантлера. Защита от электричества. Чтоб тебя. И мне просто так кристальчик здесь дают. Типа, на, чувак. То есть они берут и признаются, да, тебя тут будут мочить электричеством. Смирись с этим. Кнопочки. Что-то просто кнопочки в стенах. А, это у нас сразу железная дверь. Сразу переход на следующий уровень. Блин, вы чё? То есть этаж решил сразу пойти с козырей такой. Вот тебе кристалл. Записочка. Ага. Кусочек бублика с дверью. А это случайно не от предыдущего этажа кусочек бублика-то? Очень похоже на предыдущий этаж. Во-первых, а во-вторых, тут-то не особо что поделаешь. Тут ничего не открывается. Видите, да! Вот этот, там, на седьмом уровне, там, где, в общем... Слева по центру, седьмой этаж. Видите кусочек бублика? Это там, нам назад. Ёлки-палки. Тут еще за стенкой что-то ходит. Так, а как мы туда попадаем-то? А, не так и далеко, кстати. По идее, сюда до конца. Сейчас. Уйди. Ай, твою за ногу. Ха-ха-ха-ха, вы это видите? Вот где мы сейчас находимся. Бублик с дверкой внизу. Вот, бублик с дверкой внизу, значок на стене. Я вот не знаю, я тупо его не заметил раньше, да? Угу, понял. Надо было на скорость. Еще один спуск. А в эти я уже... А, не могу. Я хотел сказать... Так, F5. Я на всякий случай, я не знаю, чем мне там внизу ждет. Это третий... Или четвертый... Спуск. Блин, смотри, сколько тут лесенок. Но одна это был приходный уровень. Вон там, да. Ага, понял. Там у нас еще, получается, было... Я понял, рычаг, да.
Смешно, смешно. Не то, не то, не то. Нам надо было вот этого перца быстро убить. Один. Не-не-не, звездочка это бесполезно, я понял. Ух, это было плохо. Очень подлое место. Очень подлое место. Давайте, я слышал там еще одну огненную элементарию. Давайте без нее пока что. У этого жизни просто немерено тварина. Минуточку, ш... А вы видели этот прикол? Это сейчас. Я его убью, если убью, если все нормально будет. Так. Требует это колдовство. Гладкий шар. Излучающий мерцающий синий свет. Вот в чем прикол. Я думаю, что я давно уже не включал заклинание света. У меня шар светится. Он освещает все. Все. До меня дошло наконец-то. Так, хорошо. У нас есть метательные. У нас есть уклонение. Улучшенная уловка, удвоенное уклонение при ношении только одежды. Да, но мы носим броню. Поэтому, блин, вот это, кстати, быстрый выстрел. Ну, у нас есть куча стрелкового оружия, но стрелковым мы не пользуемся. И, кстати, это приводит меня к некой мысли, что, возможно, мне стоило бы отдать арбалет или лук, или что-нибудь из этого нашему магу, раз у него есть зачарование стрел огнем сейчас. Надо подумать над этим. Ладно. Метательное оружие. Улучшенный бросок. Вот, вот это мне нужно. Что у нас там дальше? Улучшенный быстрый бросок на 50% быстрое восстановление при использовании метательного. Это круто. В два раза, ну, в полтора раза быстрее стрелять. Потом одна сила. И двойной бросок. Блин, бросок двумя предметами за одну атаку. То есть можно будет вместо бомбы поставить, например, метательные ножики. И фигарить дабл дэмэджи. А вот это мне нравится. И до этого еще два уровня полных сюда вкачиваться. Да, там есть огненная элементаль за стеной, но за стеной. Молниеотвод. Молниеотвод. F5. Больно? Очень. Просто чертовски. Спим. Лох, трусы в горох.
А где мне теперь вас? А-а-а! Давайте я загружусь. Ну нет, ну серьезно. Я здесь сейчас посплю. А потом этого чувака... То есть я сдох чисто потому, что у меня бык был не восстановлен. Того чувака мы сейчас уфигачим молнией и все. Ну, то есть я не вижу смысла. Сейчас просто бежать, идти, воскрешаться. Все дела. Ну не хочу. Ну, вроде, кстати, воскрешали не особо далеко. Ой, еда. Что тебе? Я его без молнии убью. Такая перестрелка. Дайте мне уровень на мага, пожалуйста. Да, спасибо. Магия огня. Так, и я там получаю, что у нас, как она делалась? Кася, стрелы огнем-то вообще дико. Так, свиток защиты от огня. У нас получается вот этот спел. О, да. F5. Тут дверка закрыта, кстати. Вот эта дверь открылась. А толку мне с этого, если там... Бомбы. Блин, перевес, 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 это плохо. Кинжальчик. Давай вот ты... Ага, даже кинжальчик. Бомбы тяжелые, значит. Блин, защита от огня, кстати, не так долго работает. Вот, да ты у нас пока кинжальчики потаскаешь для нашей мамзели. Я просто не знаю, буду ли я пользоваться этими кинжальчиками. Если совсем прижмет, наверное, придется выкидывать. Блин. А тут у нас... Вроде как не особо ты и пройдешь, да? Вон та дверь у нас остается закрытой. Привет. Пять. Я тупанул, согласен. Я бы не сказал, что оно так прям идеально все. На самом деле пробивает и довольно сильно. Ну, опять же, это если качать магию огня, то, возможно, она в дальнейшем будет лучше защищать, что, в принципе, логично. Но в любом случае лучше, чем по 30, по 40, сколько он там шьет. Ну, получается, по 10, по 15 бьет. А, бык голодный у нас, собака. Потому перестал восстанавливаться. Сиди, наслаждайся. Я пока... Блин, и ты скоро проголодаешься. Это что? Я ж причем качаю, чтобы они не голодали так сильно.
но при этом... Вот жалко, что в этом режиме у меня не появилось, что он проголодался или... Пауки уже, в принципе, не такая и проблема. Там еще какая-то огненная элементарь, да? Так, кнопочки. Кнопочка, которая открывает плиту. И чё? Это чё за секреты такие? Привет, ребят. Мне эта экспа пойдет или нет, интересно? Но я подожду. Да, мне за экспульс, естественно, не считается. Но я подожду. В этом коридоре воевать с чем-то другим. Ну его нахуй. Три огненных элементали и паук, ага. Что за плита? А, знаете, что я думаю? Сейчас. Что мне там было из бесполезного? Оставлю здесь этот кинжал. Не кинжал, стоп, вот факел. Кинжал заберу. Оставлю эту плитку нажатой. Чувака колбасит. Все, убило. Нормально. Оставлю эту плитку нажатой. Я не знаю, какой это может мне дать эффект. F5. Проскочил. Слышите это? Это здесь где-то. Это еще один огур, тролль, не знаю, как его там. Так, комнатка вроде закрытая. Вроде закрытая. Я сейчас нажму на рычажок. Наверное, эта тварина выползет, да? Мне кажется, что да. Кнопочек я тут никаких не вижу. Ну, давайте пробовать. F5. Что-то еще открылось. Что открылось-то? Что открылось? С этой стороны что-то открылось, да? Мага мне почти убили. Да чтоб тебя, ну вот зачем травить-то? Ну что ты за человек-то такой? Давайте отдыхать. Сейчас этому поесть надо. Все, спим. Ну, не отравил бы, все по-человечески было. Ну, чё ж ты так-то, блин, по-свински-то.
Та трава еще лечится черт знает сколько. Все, нормально, с тебя хватит. Кнопочки. Вот смотрите, да, то есть по сравнению с тем, какие пауки для нас были проблемой, то сейчас, в принципе, пауки вообще ни о чем не. Ну, травят, да, неприятно. Огненные элементали тоже. Нет, ну они дофига урона вносят, это я не спорю. Но, в принципе, с ними уже можно справляться. Так. Турум. Возможно, здесь в этих коридорах были люди до меня. Так, хорошо, это мы оставим. Это мы оставим, это мы уже сделали. Суд, который приговорил меня, чтобы отослать в чрево горы, возможно, не знал о существовании этих туннелей. Несмотря на то, что гора Гримрок находится в удаленной части государства, да, возможно ли, что король позволяет таким опасным силам плодиться в его глубинах? Ну, это такие риторические вопросы. О, стрела. Я начинаю потихонечку запутываться. Так уж, если на то пошло. Метательный топорик. Уже 4. Сапожки заберем у тебя, чтобы тебе не тяжело было. Сейчас, меня кое-что бесит, ребят. Погодите минуточку. Так, тут я факел забрал, да? Да. Сейчас F5. Все. У меня тут была карта недорисована. Меня это бесило. Теперь нам, по идее, к этому громили сейчас. Нет, он успел пройти. Да ты еще попромахивайся мне тут. Да чтоб тебя. Вот этот... Блин. Ой, ё! Отравить же я тебя там не могу, да? Это была плохая идея, я вас понял. Вот сюда иди. Оп-оп-оп. Оп.
Это единственное, где я могу с тобой драться здесь, дружище. Ай, блин, вот такого не надо допускать. Это я пожадничал. Надо скорее. Пока элементали не пришли. Да хорош! Я тороплюсь и делаю ошибки. Я тороплюсь и делаю ошибки. Этого не стоит делать. Фух. Спим. Так, их там двое, этих элементалей. Это элементарно. Ай, блин. Нет, ну двое это проблема. По сути, в открытом противостоянии даже один это проблема, потому что он просто чудовищный огненный урон вносит. Даже под щитом. То есть я думал, что щит это сейчас будет такая имба. Фиг. Ты ж... Пожалуйста, пусть они там не спавнятся. Задницу. Это просто задница. Мне нужно выманить тролля сюда. Я подлез. Сдохнуть не хочешь, например? Блин, ну бы чары жрет у нас, кстати, если что. Уровень... броня, защита. Мастер щита... удвоенное уклонение при ношении щита. Блин, а я ношу щит. И для этого мне нужно три... Не, три уровня, блин, это дофига. Булава... то у меня сейчас будет 15. Я, по сути, сейчас просто один выносливости качну. Ну ладно, надо. Пофиг, надо одну хилочку жахнуть. Но здесь-то мы с тобой поговорим.
Здесь-то мы с тобой, дружище, поговорим. Бутылочка. Оно выбралось. Там еще? А сколько вас? Оп-оп-оп. Как бы меня просто не зажали. Я очень переживаю. Я очень переживаю по поводу того, чтобы меня не зажали. Ух. F5. Вот это сложно. Там еще есть. О, бомбы. Нет! Ух ты ж! О! Хилочка. Хилочка. Как раз то, что мне нужно. Поставь. F5. Я вообще без понятия, где это огромнейший лабиринтище, тварь. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем вот так, вот так. В начало лабиринта закроемся здесь. Отоспимся. Фух. И, наверное, на этом будем заканчивать серию, потому что я немножечко подувлекся из-за того, что у нас было столько соперников. Я уверен, там еще что-то есть. Разбудило землетрясение. Знаете что, здесь меня вполне тоже устраивает. Так что на этом сегодняшнюю серию заканчиваем. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.